На востоке Казахстана готовятся к ужесточению действующих карантинных мер. С 1 ноября на въездах и выездах из городов и районов области установят санитарные посты. Ранее в МВК заявляли об установке блокпостов. Но позже пояснили, зеленый коридор получит транспорт коммунальных предприятий и всех ответственных за жизнеобеспечение населенных пунктов. Только за сутки в регионе выявили 139 случаев заражения COVID. Статистика в десятки раз превысила среднереспубликанские показатели. Вячеслав Ветлугин расскажет, как в регионе готовятся противостоять новым вызовам. Этим утром на въездах в Усть-Каменогорск у обочин установили вот такие бетонные плиты. По предварительным данным, это первые конструкции санитарных постов. Их в областном центре будет 7. Здесь будут дежурить врачи-эпидемиологи и стражи порядка. Контролироваться будет весь въезжающий и выезжающий из города транспорт. К предстоящему ужесточению карантинных норм восточные казахстанцы отнеслись по-разному. Перекрытых санитарными постами дорог опасаются жители пригородных поселков Усть-Каменогорска. Вы маски, да, у вас с собой? Да, покажите, вот она, да? Маска. Все, то есть она на готове. Режим соблюдаем. Просто ни ребенка, ни в больницу не отвезти, ни со школы не забрать без пропуска. Вот когда в апреле, да, был карантин. Закрыли на полмесяца, просто нас отрезали от города. Мы даже не могли в аптеку съездить за лекарствами. В лояльности новых антивирусных мер убеждают санврачи. Бизнес-объекты и предприятия жизнеобеспечения в регионе закрывать не планируют. Малый бизнес, средний бизнес, они будут продолжать работать. Единственное, возможно, будем на выходные объявлять выходные для всех. Командировочные работники с соответствующими документами будут проезжать беспрепятственно. Впрочем, эпидситуацию в регионе продолжат усиленно контролировать. За наличием антисептиков в общественных местах и соблюдением масочного режима в городском транспорте проследят активисты 46 мониторинговых групп. На сегодня проверено свыше 8 тысяч кафе и магазинов. Уведомления получили больше 200 предпринимателей. Их обязали улучшить санитарное состояние объектов торговли. Если предприниматели малого и среднего бизнеса идут навстречу, устраняют замечания на месте, то как бы здесь мы идем тоже навстречу. Доверяемся о том, что все, значит, требования были исполнены нами. Кроме этого, при акиматах в Восточном Казахстане откроют штабы. Первые руководители городов и районов области начнут ежедневно отслеживать количество задействованной в борьбе с COVID-19 медтехники и врачебных кадров. Вячеслав Ветлугин, Ижигер Бабаканов, Усть-Каменогорск, Хабар-24.